Неважно, как далеко вы находитесь и какая бы участь вас не постигла, в любом случае нельзя забывать свою родину, свою Ингушетию. Таков посыл песни, которую исполняется Фият Зурабова. Я ее пела на День народного единства. День народного единства. То есть как ты это понимаешь? Для тебя вот что это означает? Для меня это означает никаких ссор, никаких драк, быть дружными. Ребята читают стихотворения, в которых призывают всех жителей республики и в целом страны жить в дружбе и согласии. Неважно, какой ты нации и цвета кожи, важно оказывать друг другу поддержку в трудную минуту. Там есть смысл, и смысл говорит, что например, истоки, которые я там говорила, они разжигают нас сильнее. И вот если мы слышим вот этот зов, и душа наша спадает, говорить. Зрителей в зале нет из-за эпид-обстановки, но это не мешает юным талантам выступать со всей душой и любовью к своему родному краю. А в соседнем кабинете за столом собрались начинающие художники. Сегодня их задание – нарисовать один из основных государственных символов Ингушетии. Фарисовать дрова, возможно, нарисовать. Ингушский флаг. Ингушский флаг. А хочешь нарисовать? Можете ее зарисовать? О, цейок прямоугольник, а я чёрната, солнце, хабя. Так. Пока одни рисуют флаг, другие заняты созданием ингушских башен из гипса. Дети стараются показать свою родину через искусство к предстоящему Дню народного единства. Братство и взаимоподдержка – вот чему нужно учить подрастающее поколение, считают организаторы мероприятия. Это мероприятие – своего рода флешмоб, который охватит всю страну. Во всех домах культуры планируется проведение мероприятий с участием творческих коллективов ко Дню народного единства. Михаил Тангиев, Магомед Дарсигов, Новости 24.